Алматы готов к летнему преображению. Несмотря на режим ЧП, работа по благоустройству города продолжается полным ходом, и миллионы цветов уже распустились на клумбах мегаполиса. Чем порадовали флористы нас в этом году, расскажет Татьяна Ким. Городские цветники – это гордость Алматы, неотъемлемая часть ландшафтного дизайна. Яркие клумбы смотрятся просто волшебно. Весной в парках и скверах повсюду цветут тюльпаны самых удивительных и редких сортов. А в мае во всех районах начнут высаживать цветы в открытый грунт. Предпочтение дадут более устойчивым сортам – сальвии, петуни, вербени, пеларгонии и другим. Фантазия флористов бурлит, и их работе порадуются даже самые притязательные ценители прекрасного. Уход за цветами – процесс довольно сложный, трудоемкий, который требует профильных знаний и большого опыта. Например, для украшения данной клумбы было задействовано порядка 20 специалистов. По задумке флористов, здесь красивые геометрические фигуры украшают такие цветы, в данном случае тюльпаны. Кстати, тюльпаны опадут буквально через неделю-полторы, и на их место будут высажены новые цветы, которые будут радовать алматинцев уже все лето и всю осень. В этом году площадь цветников увеличилась до 110 тысяч квадратных метров. Как обычно, самыми первыми зацвели тюльпаны. Более 30 тысяч луковиц высадили еще осенью. Сейчас в городе работают около 6 подрядных организаций в рамках программы государственно-частного партнерства. Правда, из-за введенного в городе ЧП сроки работы несколько увеличились. Украшать город ориентировочно закончат только к середине июня, а не, как обычно, в конце мая. Мы вот стараемся во время вот карантина тоже работать, потому что тоже, чтобы... Это и для людей, и для горожан города Алматы, чтобы они, сидя дома на карантине, тоже могли вот лицезреть цветочную красоту, которую вот акимат города, управление зеленой экономикой работает, чтобы их глаз тоже радовался, все это для горожан делается, чтобы хоть и карантин, мы стараемся работать и показать, чтобы после карантина, когда люди выйдут уже, горожане будут гулять, чтобы у них было хорошее настроение. Недаром Алматы называют городом-садом. Обилие цветов, живописные клумбы, сейчас озеленение можно смело назвать высоким искусством. При этом выбор растений и композиций всегда отличаются от прошлогодних. Аккуратно цветут цветы, тюльпаны весной, летом розы. Очень красиво, и мы всегда здесь гуляем с детьми. Глядя на цветы во время весны и во время карантина, становится на душе тепло, становится прекрасно. Дети их видят. Радуются, мы их видим, тоже радуемся. Это, наверное, то, что действительно приносит нам удовольствие и радость в это непростое время. Каждый городской цветник имеет свой паспорт, на основании которого выбирается ассортимент растений, формируется заявка на выращивание рассады. Дизайн клумб разрабатывается в соответствии с концепцией и художественным решением цветочного оформления всего мегаполиса. Татьяна Ким, Ялкунжан Ашимжанов, телеканал Алматы.